Всем привет! У нас обзор задней мигалочки от автора. Называется она Bulb. Такая с силиконовым креплением. Сейчас мы ее покрутим, включим. Вот так она открывается. Внутри две батарейки. CR2032. Так она не работает, потому что здесь специальная такая прокладочка. Для того, чтобы она случайно сама не включилась. Ставим батарейки. Надо попасть в направляющие. Ага, вот попали. И закручиваем. Включается по центру. Так, и теперь посмотрим, как она работает. Здесь линза. Режим моргания. Выключено. Постоянного свечения.